Там, где есть газ и дороги, села будут жить и развиваться. В Волгоградской глубинке продолжается реализация программы по строительству дорог с твердым покрытием. До конца лета будет готов подъезд к поселку Комсомолец Николаевского района. Ход работ на этом объекте проинспектировал губернатор. Слово Елене Лыковой. Сейчас на месте бывшего бездорожья 8 километров асфальтового полотна. Две полосы, двухслойное покрытие. Осталось лишь нанести разметку, установить знаки и укрепить обочины. Причем последний вид работ проводится инновационным способом. Называется он гидропосев. Установка в емкости воду, добавляются семена, удобрения и специальный абсорбент, который при реакции с водой создает пленку. Такую вот гидрофобную, которая впитывает в себя влагу, и это покрытие, оно не сдувается. Такая обочина устойчива и к засухе, и к вымерзанию. Строительство началось год назад, в сентябре участок сдадут в эксплуатацию. Поселок Комсомолец, которому сейчас эта дорога, там 915 жителей проживает, то есть люди получают связь по дороге с твердым покрытием, и получают возможность пользоваться скорой помощью, посещать районный центр в непогоду, в распутицу. И следующий этап, который вот вы тоже давали поручение, это к новому быту дорога. Там уже вышли строители, в этом году заключен контракт. И там протяженность 7,7 километра. Строительство дороги к Комсомольскому обошлось областной казне в 157 миллионов рублей. Контроль за качеством работ со стороны руководства региона самый жесткий. Уделяем особое внимание, из каких материалов делаются дороги. Очень строгий контроль, чтобы нам их через год не ремонтировать. Водители уже оценили и новые технологии, и качество работ. Это классно. Отлично. Во всей России бы так сделали, было бы вообще супер. Губернатор говорит, деньги сегодня выделяются не только на ремонт основных магистралей, но и на строительство подъездных участков к селам. В сельских районах у нас работает программа по ремонту и строительству дорог. И есть программа газификации, и для нас очень важно, чтобы там, куда мы ведем газ, обязательно были дороги с твердым покрытием. Эти перемены жители видят и говорят. Впервые за много лет региональная власть начала уделять такое внимание обустройству села. Мы уже без дороги здесь. Я вот здесь работаю уже больше 20 лет, и без дороги. А нас доставка детей, я сам директор школы, вот Комсомольская. Поэтому для нас это очень хорошо. Дети сейчас доставка будут без всяких проблем, потому что в непогоду вообще невозможно было выехать даже. Поэтому мы очень рады, очень благодарны. Елена Лыкова, Светлана Ликбарова, телекомпания «Ахтуба».